Всем привет! Вы на канале Энка и Детки. И сегодня 20 марта 2020 года. Я заехала на склад Светофор в поселке Бугры. Посмотрим, что тут сейчас творится. Что с ценами, что с полками. Мне приглянулся удлинитель. Также тут есть сетевой фильтр. Здесь контейнеры. Я оставлю ссылку в описании. Я их подробно рассматривала в тот раз. Скатерть. Я хочу посмотреть скатерть на дачу, на уличный столик. Не знаю, получится что-то или нет. Кружевная, это вообще что? Огромная. Я снимаю сегодня вертикальное видео, потому что мой телефон сошел с ума. Ребенок поменял настройки. Сейчас без детей я могу спокойно посмотреть эти книжечки. Потому что они мне не давали сосредоточиться. Ну, это, видимо, уже для больших девочек, которые раскрашивают. А вот и книжечки для самых маленьких. Мой щенок. И кошки-мышки. Вот. Для мальчика, для девочек можно, например. Собака. Твердые книжки. Я очень ценю твердые книжки, потому что мои дети, например, все рвут, а эти книжки не рвут. При этом книги читать они любят. Очень хочется состав увидеть. Я думаю, что это просто сода. Так, здесь 5% соды, остальной состав другие компоненты. Можно попробовать. На данный момент я взяла две клеенки по 150 рублей. Я думаю, даже для пикника они сойдут. Они очень хорошие, чем брать одноразовые. Три книжки, коврик и розетка, короче, со шнуром, извиняюсь. Забыла название. Тут есть какая-то женская домашняя одежда. Да. Ну, наверное, можно носить эти. Постельная 640 рублей, постельная 740 рублей. Палатка двухместная, кстати сказать, 800 рублей. Думаю, что у меня как раз такая есть. Их ничего в ней страшного. О, даже у меня еще проще было. Без такого окошечка. Уголь, если что. 2,5 килограмма. Шоколадное яйцо с игрушкой. 6 штук в упаковочке. Все остальное здесь продается не оптом, кстати. Сюрприз для мальчика. Какая фирма? Я не вижу, какая фирма. Интересно, там действительно сюрприз?
Хорошо, что я здесь без детей. А то бы пришлось покупать эти шоколадные яйца. Вешалка напольная. Интересно, я сегодня товары нашла. Не продовые, не продуктовые. Вот такая вот вешалка. 70 рублей. Табурет круглый. 209. Стол кухонный. 560. Так, смотрю. Стул кухонный 560. Табурет 209 мне очень нужен. Я возьму его на дачу. Кстати сказать, можно взять и домой. $200. Сейчас подумаю. Ну, чем плох такой табурет? Мне кажется, обычный табурет. У нас очень редко они требуются, только на гостей. Вот это пюре мы уже успели полюбить. Съели две банки. Это очень удобно. Я кушаю с детьми на троих пол-литра в качестве десерта. Очень-очень супер. Яблоки, сахар, лимонная кислота. Телефончик. Беру. Так, по поводу продуктов. Все тут коробки, контейнеры, все на месте. Полные полки продуктов. Все есть. Консервы есть. Склад выглядит так же, как неделю назад. Не поддавайтесь панике. Ничего нигде не смели. Полно-полно продуктов. Приезжайте, покупайте. Вот макароны. Пожалуйста. Сколько хочешь макарон. Кстати, я не видела на них ценника. Мы их еще не покупали. 2 килограмма макарон. Ну, замечательно же. По-моему, замечательно. Лавровые бисквиты, хочу сказать. Шоколадная паста. 100 рублей. Она божественна, мы ее уже купили. Уже ее почти что съели. Просто она огромная. 750 грамм. Она вообще очень красивая. Вот она. Загляну в отдел с мясом. Заморозка вся на месте. Полки полные. Мясо вон оно там вдалеке. Все на месте. Я считаю, что не нужно поддаваться панике. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели это видео. Перешлите его тем, кому это может быть интересно. Вон, например, хлопья 5 злаков. 400 грамм, 21 рубль. 7 злаков. Господи, боже, 7 злаков. Да-да-да. Это, кстати, даже полезнее, чем измельченные хлопья. Насколько я знаю. Пшеничная крупа. Рис пропаренный. Всем спасибо за просмотр. Я на этом прощаюсь. Я желаю вам не паниковать, не скупать все подряд. Продукты на складах есть. Туалетная бумага, кому супер интересно. Полотенце универсальное. Туалетная бумага на месте. Туалетная бумага в магазине есть. Чай в магазине есть. Вот. Ну вот передние, кстати, коробочки чуть-чуть пустые. Чая много. Полные коробки чая. Много-много продуктов. Не верьте никому, что сметают все продукты. Кто-то сметает, но благополучно и пополняются запасы.
Изюм 100 рублей. Я уже оставила корзинку, я так набираю и набираю. Вот зачем я набираю? Специально оставила корзинку уже, чтобы ничего не положить в руки. Вот она, туалетная бумага. Нет туалетной бумаги, это все вранье. Есть туалетная бумага. Итак, вот моя корзина. Потом я досниму свой чек. Всем спасибо за просмотр. Ну, хорошие, не помешают. Панике не поддаемся, но на всякий случай. Продукты в доме должны быть, если у вас маленькие дети. А можно и побыть минималистом в условиях какого-то придуманного кризиса, в который я лично не очень верю. Мне кажется, что все это создано искусственно, этот ажиотаж. Тут есть соки по 21 рублю за коробочку. Здесь я уже их пили. Они прекрасны. Да, пожалуй, я их тоже возьму. Зачем я столько беру? Просто на складе включается какой-то режим турбопокупок. Все, девочки, мальчики, всем спасибо за просмотр. Это был репортаж с оптового склада «Светофор». Продукты есть. Не волнуйтесь, подписывайтесь на мой канал. Будем мониторить ситуацию. Мне интересно иногда бывать в магазинах и смотреть, что там творится. Всех целую. Всем пока-пока. До скорых встреч. Что я купила? 6 табуреток, каждая 200 рублей, 1300 рублей приходится. Вот эта табуретка, она прекрасна. Главное, что она подходит к моей землесочке. Зацените. Дальше, сок яблочный 21 рубль, там целых 300 грамм. Макаронные изделия 2,5 килограмма. Шоколадная паста, там, кажется, полкило ее 100 рублей. Ну, лавровый лист, огромная упаковка, 10 рублей. Пюре фруктовая неженка, 460 грамм, по 43 рубля. Очень вкусно и натурально. Изюм, 1 килограмм, за 95 рублей. Скатерть, 2 штучки, по 145 на дачу. Расхламление на даче в том ролике я показываю. Короткий ролик на 1,5 минутки. Удлинитель купила за 90 рублей. На 3 розетки 5 метров. Книжка детская с глазками твердая 43 рубля. Коврик преддверный 80 рублей. Не скользящий. Хороший очень. Сейчас не пойду показывать. Сейчас уже ночь у меня. И сухое чистящее средство лимон. Сорти типа сода, 18 рублей, с дырочками, железная банка. А, собственно, если бы не табуретки, так было бы еще дешевле. 2400 минус 1300. Вот так много я всего купила. Вот теперь все, пока-пока.